Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В воскресенье в Самарской области безоблачно и без осадков, днем плюс 27, плюс 29, ночью 16-18 выше 0. Ветер западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани безоблачно и без осадков, днем плюс 29, ночью 18 выше 0, западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти солнечно, температура воздуха днем плюс 28, ночью 17 с плюсом. Ветер западный 6 метров в секунду. В Самаре ясно, без осадков. Днем плюс 27 градусов, ночью 17 выше 0. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Температура воды в реке Волга 24 градуса. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.